сделай умное лицо. Вот так вот приветливо улыбку. Вот так хорошо. Хорошо, хорошо. Молодец. Подождите. Кадр номер один. Кадр номер Прова. Встань вот так. Красиво. Я так смотрю, свечу. Хорошо, я же не знала, с какой стороны ракурс лучше. У меня есть, конечно, что сказать. И это любимое, что я всегда говорю в тех компаниях, которыми я дорожу. То есть, почему дорожу? Потому что каждый из сидящих за этим, столом для меня что-то в этой жизни значит. То есть, каждый в моей жизни лично оставил какую-то отметочку. И я всегда помню, то есть я хорошо помню имя, фамилию, отчество, да, то есть, когда и где я с этим человеком встречалась. Ну, поподробнее. А из любимого своего, я хочу сказать, у меня есть такой тот. Я его придумала когда-то и произношу очень часто вот в таких компаниях, потому что он мне нравится. Что значит человеческая жизнь? Ну, это некий локомотив, который движется по рельсам, и вот двигаясь по этим рельсам, он останавливается на определенных станциях, когда и в этот локомотив на этих станциях заходят люди, то есть пассажиры, они бывают разные. Это бывают шумные компании, это бывают грустные компании, они едут с тобой. Но это не значит, что эти люди будут с тобой всегда. Опять остановится твой поезд на каком-то возрастном этапе, имеется в виду. Эти люди уйдут, выйдут, оставят след или не оставят след. Но ты будешь продолжать двигаться дальше. И ты будешь с тобой вести запас этот, весь запас тех пассажиров, которые с тобой были. Вот, ну, хочу погордиться тем, что в моем поезде есть пассажиры, которые со мной пошли в первый класс. Они со мной до сей поры. Есть пассажиры, с которыми я училась в институте, закончилась и продолжаю с ними ехать. Они в моем поезде. Есть пассажиры, которые были на моей первой работе, когда я закончила институт и пришла. То есть я с ними, и здесь тоже эти пассажиры работают. Вот из каждого периода жизни эти пассажиры едут. Я думаю, что у каждого у вас тоже точно такой же локомотив, он движется вперед. Мне бы хотелось, чтобы к завершению пути, который всегда наступает, в вашем поезде ехали только дорогие с вами люди. А все, которые туда просто заскакивают на секунду и несут с собой не все хорошее, они пусть выйдут из этого поезда. И ваша жизнь не будет там мрачена какими-то мелкими, ну, будем говорить, не очень хорошими какими-то событиями. Пусть все равно в вашей жизни останется все светлое, красивое, любовь. Молодица. Ольга, спасибо. Ольга, ты меня напомнила техничку ученых. Да-да-да. Которая мыла пол в доме ученых. Там же ученые ходят, говорит, здесь всякие, следят. Каждому, говорит, хочется свой след оставить.